стираем, приклеиваем нашего дракончика. Все мальчики любят дракончиков. Уже проверено временем. Дракон у нас будет черно-красный. Но на черном клее наносим тонким слоем. Хорошенечко размазываем. Вообще можно дать ему минуточку постоять и подсохнуть, чтобы он не размазывался. Мы будем делать это быстро, потому что у нас нет времени. Вот так. Порвался. Все, литером мы будем посыпать на контур. Не смотри туда на время и делать это будет быстро. Стряхивается литр веерной кисточкой, следом все протирается просто салфеткой. Красота, рисунок готов. Заняло это у нас несколько минут. Если мы аккуратненько поделали, может, еще минутку бы мы прибавили. Вот так вот получилось у нас.